получаете деньги каждый день. Это проще и выгоднее, чем ходить на работу. Ссылки в описании. Ну, в связи с реформой, как что поменялось? Что-то, может быть, как лучше стало работать? Или, может быть, какие-то изменения в лучшую, в худшую сторону? Со стороны вас, со стороны водителей? Вы уже полиция теперь. Вернее, полиция. Да, вы же полиция. Вы да, уже да, сотрудник да. полиции. Сотрудники полиции, уже поэтому да. мы здесь, потому ну, что... Правильно. Не, я понял вас. Как бы, ну, сотрудники полиции, я думаю, что все-таки относятся к гражданам, в том числе к водителям. Корректно, культурно, больше профилактической работы, то есть людям больше объясняется это. Ну, некоторые... Как сейчас водители реагируют вот на то, что вы полиция? Они как бы вот рады изменениям. Вы же ведете себя уже по-другому, вы же уже не так, как прежде, вот как наша милиция бывшая, допустим, там, ну, не знаю, там, искала нарушения там, где их и не было. Или, допустим, я не знаю, там, ну, составляли протоколы за то, что не было. Или там были случаи, знаете, когда штрафы оплачивали на месте. Я не могу сказать глобально, да, Угу. Ну, если, скажем так, человек совершил какое-то правонарушение, да, и оно касается того, что можно с человеком провести разъяснительную беседу, да, то, в принципе, можно провести с человеком разъяснительную беседу. Значит, смотрите, за разметку, за там минимальный штраф 255 гривен, за свет 425 минимальный. За что вам выписывать штраф? Будем вам штраф выписывать за нарушение, за свет и за кольцо. За что вам выписывать? Поменьше там? Сейчас ты да, возвращайся в это. Так. Возвращайся. Хорошо. Были ли водители из тех, которых вы останавливали, которые вы проводили на пост? С вами заходили на пост? Да, проверял человека по армуру. Да, скажите, пожалуйста, что нарушил он, чем закончился диалог с ним, где этот водитель? Согласно чего он был остановлен, данный водитель? Вообще, он человек, ну, если не ошибаюсь, то он из дорогу, по-моему, спрашивал, он где-то... Ну, в общем, итог в таком, в сухом остатке. Человек ехал, сам остановился, спросил дорогу, вы провели на пост, вы проверили документы по армору, с ним все в порядке, помогли ему найти дорогу и отпустили его. Я правильно понимаю? Ну, да. Ну, я не видел ничего такого, чего у него. Ну, хорошо. И пока на улицу продолжаю нести службу.